Добрый день, дорогие друзья, уважаемые гости. Добрый вечер, да, добрый вечер, дорогие друзья. Я рад приветствовать вас от лица молодежного концертно-театрального комплекса. Безусловно, желаю вам сегодня прекрасно провести этот вечер. И, конечно же, пожелаю сегодня также удачи нашим артистам. Мы открылись сравнительно недавно, наш концертно-театральный комплекс. Но, тем не менее, у нас сразу был наплыв, большой наплыв мероприятий. Это и хореографические спектакли, это и симфонический оркестр, и джазовые, джазовая музыка, рок-н-ролл. И даже вот сегодня музыканты исполняют свою авторскую музыку. И нам, как молодежному концертно-театральному комплексу, очень важно, что в сегодняшнем также празднике, Дне студента, у нас в зале сидят не только студенты. Друзья, еще раз желаю вам сегодня прекрасного времяпровождения. И, конечно, ждем вас вновь на нашей площадке. Спасибо. Добрый вечер. Я понял, что надо сказать несколько слов в защиту прошлого, потому что, ну, будущее защищать не надо. Вот. В будущем живут одни генералы. А вот прошлое, наверное, нуждается, потому что ведь все время существуют вот эти вот, как бы не застрять в прошлом, как бы не потерять контакт с настоящим, как бы, ну, в общем, у прошлого все время какая-то не та репутация. Хотя я напоминаю, что ведь у греков в аид не попадали только те, кто сохранял память. Только те, кто мог пересечь реку Забвения, которая называлась Лето, и только они были избавлены от этой печальной участи томиться в подземном мире в царстве бога Аида. То есть когда-то вот у греков авторитет памяти был очень большой, и Мнемозина, старшая из муз, она же является одной из муз памяти. И, знаете, есть такая старая байка про то, как довольно умный ребенок разговаривает с очень мудрым дедушкой. И дедушка спрашивает ребенка, ребенок спрашивает дедушку, говорит: дедушка, а у цветов есть душа? И дедушка говорит: да, у цветов есть душа. А вот у цветов в горшочках есть душа? Он говорит: да, конечно, у цветов в горшочках есть душа. А у засушенных цветов есть душа? Дедушка думает: и у засушенных цветов есть душа. А вот у цветов, которые отражаются в зеркале, есть? И вот история заканчивается тем, что дедушка замолкает. Он не знает, как ответить на вопрос умного внука. Это про память. Да, вот память – это вот это какое-то удивительное отражение в зеркале. Она все время меняется, как мы знаем, и прошлое меняется. И я думаю, если бы можно было сравнить наши воспоминания о 90-м годе, мы бы все, может быть, оказались в каких-то разных эпохах, вот, в принципе, потому что она растягивается, там мы симпатичнее значительно, вот, мы красивее, мы больше можем выпить, вот, ну и так далее. Короче говоря, память соотносит нас с каким-то миром, где мы не должны себе напоминать о том, что мы есть. И вот в этом парадокс. Потому что в прошлом, когда мы там оказываемся, мы не должны себе напоминать о том, что мы есть, что мы существуем. И в этом его ценность. И я думаю, что ценность такого рода вот встреч, собраний, она как раз в следующем. Ну, понимаете, это я преподаю, я знаю, что прежняя культура создавала машины памяти, надо было все помнить. Вот, надо было помнить, каким образом там в новелле Фолкнера в 20 веке отзывается какой-нибудь итальянский писатель 12 века. Все было совсем взаимосвязано. Сейчас мы живем в культуре забвения, да, потому что сейчас помнить ничего не надо, у всех в кармане есть какие-нибудь замечательные гаджеты, можно всегда получить справку, ничего ни с чем не связано, все разорвано, все фрагментировано. И вот этим настоящее, в котором все разорвано, и люди разорваны, и их связи разорваны, оно отличается от того прошлого. Короче говоря, был хороший американский писатель, он написал новеллу о солдате, который не может спать. Он вернулся с войны, у него контузия, и надо чем-то заняться ночью, и он перебирает всех девушек, с которыми был знаком,
и размышляет о том, какие бы из них получились жены. А вот я иногда вспоминаю какой-нибудь год, ну, например, 90-й, ну, например, январь 90-го, и думаю, какой день в январе 90-го был счастливым. И, наверное, вот здесь самое время представить героев сегодняшнего концерта. Олег Предтеченский. «Счастливый день». Самара, привет! Скажите, как у вас настроение? Как разместились? Никто не обиделся? Все поместились? Все нормально? Отлично. Ну, давайте все разберем с самого начала. Первое. Дата. 25 января 2020 года. 25 января. День рождения Высоцкого. Татьянин день. День студента. Просто идеально. Суббота. Заметьте. Второе. Место. Место в Самаре, конечно, можно было найти много и разных, но это место удивительное. Рядом музыкальное училище. Мир музыки, который лично со мной связан очень тесно. Улица Некрасовская, бывшая улица Предтеченская. То есть когда-то она была такая. Что-то еще какое-то... Три вяза. Для всех самарских музыкантов, куйбышевских музыкантов. Это, наверное, такое какое-то святое место. И не только для музыкантов. Рядом, ну, собственно, вся жизнь. Старая Самарская улица. Третье. Мы вот приехали из Москвы с пацанами. Не для того, чтобы поиграть мускулами там и показать, вот как мы здорово играем. Сегодня удивительный вечер, потому что... Я лично вот не могу припомнить концентрации людей в одном месте, которым я бы хотел сказать спасибо. Вот сегодня... Наверное, на земле нет такого места. Вот оно здесь сегодня, и это удивительно. Это, может быть, раз в жизни такое происходит. С каждым и со многими из вас мы разговаривали много об этом проекте. Сегодня, к сожалению, у нас нет времени на это... подробно с каждым поговорить, как все это было, со всеми подробностями, ну, со всеми деталями. Но каждый, конечно, уже все это знает, но потом разберемся. Вот, и хочется, чтобы сегодня был интерактивный вечер. То есть вот мы здесь положили ручки, может быть, какие-то клочки есть, бумаги, записать какие-то вопросы. Мы не хотим, чтобы это был концерт, вот открылся занавес, вышел кардебалет, солисты, музыка, симфонический оркестр. Потом раз, антракт. Будем антракт делать, кстати? Не надо нам антракт. То есть мы будем все прям от начала и до конца. Подольше. Песен-то не так, кстати, много. Мы же не все песни подняли. У нас там песен было штук 60, наверное. Они все, конечно, гениальные, но сил-то ограниченное количество. Получается вот 15 песен сегодня. Хочется, чтобы мы и пели вместе все. Петь будем? Да! Танцевать будем? Да! Ну, поехали, тогда так и договорились. Это не сегодня. С удовольствием, но не сегодня. Включите.
пришел домой в цветастом настроении, решил сегодня песню без сомнения я напишу. Я чувствовал удачу. В коллегах сладостную игру собачью. О чем писать? В том не было проблемы, мне жить сама попрасывала темы, и нужно было лишь увидеть это и выбрать лучшие сюжеты. И вот как по заказу сразу первый сюжет. Вчера на Пелагею я взял билет и получил нагрузку к ней. Вены я исписать готов и пол, и стены. Я сел за стол, поднял перо седое и начал вдруг писать совсем другое. Про рэп, про телевизор, про любовь и мечту, про волны океана и красоту. И снова все не так, и снова все не о том. Свято верю, что излечу я этот синдром. Никола Горбачев. А сам из Питера. Можно Точно. Сказать, Никола Питерский. Никола Питерский. Клавишные инструменты. Виталий Присмотров, бас-гитара. Дмитрий Магранзе, соло-гитара. Саша Войтков, барабаны. Наш звукорежиссер Сергей Стеценко. Технический директор с нами, Алексей Панин, тот тоже. Стран
Странный иней не тает на жестких губах, сеет ветер в полях чью-то жизнь, чей-то брак. Помнит сердце на вздохе, тягучий сырой запах красок и листьев. До боли живой. Треплет ветер, звуки трубы, не ответи. Я приду в этом мире встревожен и тих. Я глотаю неслышно родившийся стих. Я безмолвно вползаю в лечебный туман. Я не знаю, где правда, а где обман. Треплет ветер, звуки трубы, не ответи. Скажу во вселенной, как кисть по холсту, постигая дыханием ее красоту. Помнит сердце на вздохе, тягучий сырой запах красок и листьев. До боли живой. Треплет ветер, звуки трубы, не ответи. Вы знаете, вот Бог не дал стихи сочинять, не получается. Вот сколько пробовал, тетрадки исписывал. Но люблю читать чужие. Учить не люблю. Взял пример с Михаила Жванецкого. И сегодня очень кстати прозвучат строки Булата Акуджавы, между прочим. Читаю мемуары разных лиц, сопоставляю прошлого картины, что удается мне не без труда.
Из вороха распавшихся страниц соорудить пытаюсь мир единый, а из тряпья одежки обветшалой блистательный ваш облик, господа. Из полусгнивших кружев паутины вдруг аромат Антоновки лежалый, какие-то деревни, города, а в них разлуки, встречи, именины, родная речь и свадьбы поезда, сражения, сомнения, проклятия и кринолины, и крестьянок платья, как медуница перед розой алой фигуру ваших женщин, господа. И не хватает мелочи, пожалуй, чтоб слиться с этим миром навсегда. От затей, вдохновленных подъездом, от рыдания между пекаром и диезом, от жаргона, чующего все подряд, от свободы, на флаге которой зад. Я устал от пророчеств Иисуса от рока, от мелодий, когда поступает изжога, от умения испортить мажорный лад, от геройства, когда уже все говорят. Снятся ночью сипатые свободы, глашатые слезы фауны, мальчики с лицами дауна, поражая сограждан густой слюной, доверительно делят. Ласков и жизнь неказиста, много видно в стране у нас авангардиста, понимает безумцы реакторов, в этой штуке песен рок-арендаторов, песен разных по форме и по содержанию, для коленных рефлексов ночи подсознание, что мы с хаоса нот и сюжеты фатальных снов. След разделяет эти события. Что мне?
пред собой. Нет, я не Байрон, я другой, но злой мстительной судьбой я был отмечен. Я был природой обделён, рождён, как шар углов лишён. И ужас в том, что с этих пор мой образ вечен. Я не уродлив, не красив, я не флегматик и не псих. Не так, чтоб глуп, но и не гений, это видно. Я сух и гол, как старый сук. Я безопасен, как барсук. Я тих, как сон, и сер, как пыль. Вот что обидно. Ты не судьба из мрака, красоты Бержерака. Вон тот богат, а тот силач, а этот гений, как дитя, во сне смеется. Что ж, до меня я в 20 лет в одежды серые одет, но, может быть, и мне фортуна улыбнет. Рака и Ричарда английского горб на спину свали. Дай ловкость каскадера, дай грустный взгляд актера и жадность поваров меня по-царски одарит. Поворот меня по-царски одарил. Сколько автору было лет, когда он написал эти слова? Ну, примерно. 12. Ну, 12, да, конечно. 11. 22 года. Потрясающе. Спасибо.
Эй, рюмку налей, пей, тень не жалей. Но я слишком сон, я стал слишком сон. Мой пробил час. Я мог бы рискнуть последний раз. Эй, дед, не ленись, хоть раз поднимись. Но я слишком стар, я стал слишком стар. Вообще это магическое понятие получилось. Никто не знал, когда мы назвали сначала проект, а теперь уже команда. Команда «Счастливый день». Никто не понимал, что в этом словосочетании вообще большой смысл. Мы стараемся вставать каждый день и делать этот день счастливым. Для себя, для окружающих. Это большое дело. Удивительное стихотворение Бродский. Ну, я не актер, то есть я не буду. Не выходи из комнаты, не совершай ошибку. Зачем тебе солнце, если ты куришь шибку? За дверью бессмысленно все, особенно возглас счастья. Только в уборную сразу же возвращайся. О, не выходи из комнаты. Не вызывай мотора, потому что пространство сделано из коридора. И кончается счетчиком. А если войдет живая, Милка, пасть разевая, выгони, не раздевая. Не выходи из комнаты. Считай, что тебя продуло. Что интереснее на свете стены и стула. Зачем выходить оттуда, куда вернешься вечером, таким же, каким ты был, тем более изувеченным? О, не выходи из комнаты. Танцуй, поймав босанову. В пальто на голое тело. В туфлях на босу ногу. В прохожей пахнет капустой и мазью лыжной. Ты записал много букв. Еще одна будет лишней. Не выходи из комнаты. О, пускай только комната догадывается, как ты выглядишь. И вообще инкогнито, эрго сум. Как заметила в форме в сердцах субстанция, не выходи из комнаты. На улице чай не Франция. Не будь дураком. Будь тем, чем другие не были. Не выходи из комнаты. То есть дай волю мебели. Слейся лицом с обоями, запрись и забаррикадируйся. Шкафом от Хроноса, космоса, эроса, расы, вируса. Thank you.
как джем по стенке. Мне вонзила отчизна в пах коленку. Что ж мне не предлагали, и я не стал президентом. Труп мой тлеет на площади под брезентом. Я свел счеты с жизнью или жизнь со мною. Нас теперь разделило сплошной стеною. Еще неизвестно, кому стало лучше. Я и был, если честно, случайный попутчик. Эй, вы не морщите губы. Вступайте в партию трубов, в партию трубов. Может, ей без меня за стеной веселее. Может, мне без нее уютнее и теплее. Я ей так же уделал раза три напоследок. А то совсем обнаглела. Ну, что хочешь, то делай. Гроб мой выставит в мэрии, для прощания режьте вены в истерике, в подражание. Я прожил жизнь странно и неспокойно, и сегодня я член партии покойника. Ошибался я часто, я устал от уступа. Но я знаю, что это мой лучший поступок. Эй, вы не морщите губы. Вступайте в партию труба, в партию труба. Сейчас хотим на время отойти от этой программы. И в связи с тем, что сегодня день рождения Высоцкого, ну, спеть песню Высоцкого самое простое. Мы хотим спеть песню одного замечательного автора, с которым мы дружим много лет. Он бывает часто на наших юбилейных концертах с группой «Цветы». Это Дима Ревякин, один из воспитанников СНС. Центра Стаса Намина, его «Калинов мост», одна из его старейших песен, он просто из того же времени, то есть также перекликается той же философией, тем же духом. Иерусалим.
сладко пелось мне. Сон кромешный судил ночами. Горь и спит до дна ясный день с ватурозгами. Вечер грел и сон, подвиг пенился рядом. Путь блестел высок неуемной стрелой. Радость моя, одинокий, костры согрею. Поделиться при встрече ладонями, бронями и на ветру бурю бронзы одеть, высекать рукавами звоны. Продолжаем нашу тему. Никто не устал еще, скажите? Ну, у нас, к сожалению, не получился буфет. Здесь учебные заведения, вы знаете. Кстати, вы знаете, что в этом зале Владимир Ильич Ленин в 1905 году читал лекции. Серьезно, вот здесь. В прогрессивной общественности. Вот еще. Такая галочка у нас получается. Нет, там были эти, как их, растягайчики. На йоту других добрей, ты просто пятно на челе инквизиции, как кровь на руках Медеи. Медеи, зета убийцы, ты просто колдун, подлежащий сожжению, больно растерявший сознание крохи. Ты будешь сожжен неподвластными гению во имя церкви, во имя эпохи. Звучал, как стенание, рыданием глухим оглашая своды, единым желанием миллионов желаний. Свободы дайте, дайте свободы! А я, задыхающийся от безволья, кричал, почувствовав слабость и жало. Yeah.
Номер один. Записка. Еще пришла. Давайте еще. Я что-то как будто французский читаю, ничего не... А, вот, восхищаемся вашим творчеством, глубина музыки, проникновенность текстов необычайна. Поделитесь, пожалуйста, воспоминаниями о старте творчества. Очень интересно узнать о гитаристе Андрее Емелине. А, вот барабанщик, да. Я-то помню его как барабанщика. Знаю, много лет. Ты здесь, Андрюха? Он тут, да. Можно от первого лица все получить. Спасибо за творчество, с глубоким уважением. Ну, еще записка так. На конверте. А как работаете со Стасом Наминым? 6 человек задали вопрос. Чьи автографы на бас-гитаре? Кто авторы песен? А, значит, последовательно. Со Стасом Наминым работаем уже 20 лет. Ну, как говорится, бывает все. И трудности, и праздники, и будни. Недавно 50 лет исполнилось группе, и мы в Кремле сыграли 19 ноября юбилейный концерт. 6000 человек было, полный зал, все с нами пели. Но я думаю, что где-то в течение месяца покажут это по эфиру. Первый канал снимал и покажут. Все будет, так сказать, у вас будет свое впечатление от этого. Бенистин. Чьи автографы на бас-гитаре? Марко Мендоза приезжал к нам с группой «Цветы» на юбилей. Это американский замечательный бас-гитарист и певец. Мы много лет дружим. Причем так, даже и творчески, очень много работаем вместе. Кто авторы песен этих? Группа «Хобби». Там, скажем так, во-первых, это 80-е годы. Я говорю, не случайно, сколько было лет? Ну, 22-23, когда сочиняли эти песни. Это удивительно, потому что нам всегда казалось, что что-то там Женя Коган, Евгений Коган заморачивается тем, какими сложными текстами, потому что мне было там 17. Когда мы начинали петь эти песни, я не понимал половины слов. Они мимо меня пролетали. Вот. Но сейчас с возрастом все встало на свои места. Мы понимаем, что тексты очень глубокие и с огромным смыслом, и философские. И главное, что они со временем не теряют актуальности. И есть еще Александр Цыбин, который здесь сегодня тоже. Замечательный композитор, музыкант. Ну, все они не связали свою жизнь с музыкой, и так получилось, что вот на меня такая легла ответственность. Я, в общем, счастлив, что мне разрешили прикоснуться к этому материалу, чтобы он остался все-таки в истории, потому что сейчас, как мы знаем, много площадок цифровых, куда музыку отсылают, там большая всемирная библиотека, она теперь будет храниться вечно. Все. Спасибо. Раскрывшимся ёбом томится Бродвей в кока-колы неге. Дешевая брошка, шикарная ножка, и каждая крошка хочет быть моей бэби. Здесь уши закрыты, глаза словно сшиты, гремит рок-н-ролл на земле и на небе. Дешевая брошка, шикарная ножка, и каждая крошка хочет быть моей бэби. Вся жизнь — это танцы. Нам некогда помнить о войне и о хлебе. Нам много не надо, нас приняли в стадо. И пусть только каждого ждет его бэйби.
же время с нами на площадке выступала бригада С, у нее «Моя маленькая бэйба, побудься». Говорит, фу, у нас бэйба, вот это бэйба. Вообще, надо сказать, что группа «Хобби» дошла до такого потрясающего уровня. Мы ездили на всесоюзные фестивали, работали на одной площадке, на одной сцене с бригадой С, с Арией, с Алисой, с мастером, ДДТ, Чайф. Ну, то есть, они стали профессионалами, это какой-то там 90-й год. А мы просто выбрали другую дорогу. Корона на ночь. Стыдно воздам тебе слово. Милостью и щедротами из народного сына твоего. С ним же благословен еси, с пресвятым и благим и животворящим твоим духом во веки веков. Аминь.
Сядьте, сели. Тогда почитаем записку. Ваши украшения просто украшения или они с какой-то историей? Вот, кстати, Мендоза, он очень интересный, он такой, он американец, который вот бас-гитарист и вокалист. У него есть и индейская кровь, и есть кровь мексиканская. И это у него, он весь в татуировках, весь в украшениях, у него это огромный смысл, и каждая татуировка появлялась в какой-то определенный момент, она для него значила. Ну, мне кажется, что здесь все понятно. Ну как, все понятно. Браслет железный. Железный. Нет, без всякого смысла. Все нормально. Это талисман, да. Были ли интересные истории всех участников, если будет желание? Спасибо, Олег. Так. Как будут... были ли интересные истории? Ну, вообще, вы понимаете, когда группа образовывается таким образом, когда из студенческой среды, я вам могу сказать примеры просто. Также образовалась группа Queen, Pink Floyd, Beatles. То есть, в принципе, это вот нормальное развитие событий, когда... Люди не приходят по профессии с дипломом, я получил образование, я теперь умею играть на баяне, давайте я буду где-то, будем собирать коллектив. Там сначала собрались единомышленники, которые до смерти хотели играть музыку и заниматься, и сочинять. И именно из-за этого выросли такие монстры рока. В общем, у нас было много планов, группа «Хобби», но, видимо, название сыграло свою роль. Мы все время говорили о том, что у нас будет дача в Бомбее, мы будем ездить зимой туда, чтобы здесь, ну, когда здесь зима суровая, будем отдыхать. В общем, мечтали мы замечательно. Ну, знаете, это удивительно, потому что могло быть хуже, если бы у нас все получилось. Вот. Я имею в виду, что рокеры – опасная жизнь вообще. Как это, непонятно, чем бы все это закончилось. Истории, конечно, тьма. Во-первых, это 10 лет. Представьте, с 80-го по 90-й год это не просто друзья, это семья, это кровь одна, это мысли одни. Мне было 17 лет, и были взрослые дядьки для меня тогда, которым было по 22. Естественно, я много научился у них просто в житейском смысле и философском. И Евгений Коган, как мы говорили, Александр Цибин, авторы. Здесь, в зале. Потом покажем. Ладно. Кто автор стиха «Не выходи из комнаты»? Можно сказать, Бродский. Ну, вообще, в интернете, если вы посмотрите, там огромное количество актеров профессиональных со всяким реквизитом во всякой обстановке там читают это стихотворение. Некоторые в присядку, некоторые там... В общем, делают какие-то неимоверные движения. Мы здесь все по-скромному. Смысл в стихе. И смысл в том, что этот стих очень точно передает дух этих текстов, этих песен, которые сегодня звучат. Вообще, надо сказать, что поскольку мы там были вместе все в 90-м, 89-м с этими ребятами, которые стали большими артистами, мы разочарованы тем, во что превратился рок. Потому что, к сожалению, это совсем не та история. Поэтому это были мысли, давайте-ка мы... Сейчас эти песни споем и поймем, какой был рок и какой должен быть, по которому мы скучаем, которого нам не хватает реально. Вот такая история. Какая песня? Да, вот сейчас как раз песни, это прям замечательно, как мы об этом сказали, потому что первый раз мы ее исполнили, премьера песни была на фестивале в Ростове в 90-м году, по-моему, «Формула-9» называлась. Мы ее представили, там что-то были там, какие-то игры с Конституцией, и мы ее назвали «Памятка гражданину РСФСР». We'll be right back.
чист, парфюм, масон и сиянист. Вау! Что в Чернобыль и в человек провез фитиль. Вау-уа, вау-уа, что поощряет бандитизм, международный терроризм. Их тайные брошюры тару из-под пива, везет меняя фуры агенты Сталявива. И тайно же вывозит продукты и одежду, и с Красников уносит последнюю надежду. Мы чуем, 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 где спрятан корень зла. Сладостно горчуем, сжигаем дотла. Мы ищем, ищем, ищем причины наших бед. Из каждого мы взыщем во имя будущих побед. Погряло злые тучи сгущаются над нами. Грыземся в эту кучу усатыми зубами. Жена или подруга, начальник, мозг пухнет от натуги, как закипевший чайник. Страна на грани краха, вот-вот наступит криз. Масоны съели сахар, евреи съели рис. Страна на грани краха, вот-вот наступит криз. Масоны съели сахар, евреи съели рис. Никола Горбачев. Никола Питерский. Все, спасибо, Олег. Виталий Присмотров. Сейчас приклеится. Александр Войсков. Дмитрий Магразы. Сейчас у нас особенный момент. Вы знаете, что здесь не только самарские люди сегодня приехали на этот концерт и из Саратова, и из Москвы, и из Казани. И откуда? Ну, про Новокуйбышевск я не говорю, это родина, столица Самарской области для меня. Так, значит, у нас сегодня замечательный... Оля Шмакова. Мы хотим вызвать на сцену одну из потрясающих почитательниц «Счастливого дня». Она приехала из Москвы, мы попросили, поскольку она знает все ноты, все аккорды, попросили нам помочь, потому что есть такие высокие ноты, которые я только на студии могу спеть, а вот в живом концерте это все-таки тяжеловато. Марина Горбунова. Мы сейчас споем песню, мужчины смотрят на Марину, женщины слушают песню и текст. Мне довелось даже некоторым моим одноклассницам подарить эту песню на день рождения. «Акрополь мечты». Вот, кстати, ее сочинил Александр Цыбин. Здесь сегодня в зале. Александр, можно хотя бы краем глаза на вас посмотреть?
нету черты. Будет древний образ, казалось, давно уж забытый. Печален и светел акрополь мечты. Здесь страсть и вера в памяти мраморной слились и взмыли ввысь. Смех, надежды и слезы, миг удачи и первая боль, привкус счастья на губах и сонные грезы. Все здесь дышит мечтами о соль. Но слезы на щеках развеет прах. Наследство нашей песни, колосьями ржи, это светлый храм, как лучший памятник детства. Мир укроет от слов и лжи. Никого не будет. И так было бы не зря, если бы я на ваш концерт сходила. Сейчас мы хотим, я тоже попросил Марину помочь, мы хотим немножечко от вас получить поддержку такую, значит, вокальную немножко. В следующей песне в ней будет такое место, на вторую долю надо петь. Репетируем. Получается! Поехали!
Браво! Тают, в улыбке зубы сверкают, край родимый, здесь наши братья живут. Здесь, при этом, я в каске и с пистолетом, братья эти меня вот-вот разорвут. И вот такого на мостовой, постойте, дядьки, я за свой кричу, что мне крики лечит, что я не вор, не коммунист, кто объяснит, по чьей. Не туго, все помогают друг другу, если туго, тампон заглушит твой стон. Нет здесь ни чинов, ни регалий, компот цианистый калий, капнут ночью, чтоб сладким сделался сон. Тебе помогут убереть, Бигфордов шнур подключит сеть, засунут бомбу в кабачок, винтив запал в свой мой бачок, засунут мешку в пеленож, польют бензином макинтош, насыпят ванну кислотой, объявят спидом и место, где птах дышали небесный, где повсюду так часто слышится смех. Так что нас не волить не нужно, мы дорожим нашей дружбой. Вот патронов, боюсь, не хватит на всех. Тут каждый день календаря, великий праздник октября. Не заявил один мутант, что я в России эмигрант. Кто объяснит, по чьей вине?
главное уходит, главное, как будни в прошлое, как лето в золото, как чувства с возрастом. Получилось так, что Женя уже сочинил. Там мы заимствовали через четверостишие Пастернака для этой песни. И неожиданно для меня я вдруг потерял текст, уже новый, который есть в этом четверостишии. Уже Женя дописал, дозаписал. Но теперь придется прочитать все это стихотворение Пастернака, которое имелось в виду. Откуда выдернул текст? Во всем мне хочется дойти до самой сути. В работе, в поисках пути, в сердечной смуте. До сущности протекших дней, до их причины, до оснований, до корней, до сердцевины. Все время схватывая нить судеб, событий, жить, думать, чувствовать, любить, совершать открытия. О, если бы я только мог, хотя бы отчасти, я написал бы 8 строк о свойствах страсти. О беззакониях, о грехах, богах, погонях, нечаянностях, попыхах, локтях, ладонях. Я вывел бы ее закон, ее начало, и повторял ее имен, инициалы. Я бы разбирал стихи, как сад, всей дрожью жилок. Цвели бы липы в них подряд, гуськом в затылок. В стихи б я внес дыхание роз, дыхание мяты, луга, осоку, сенокос, грозы, раскаты. Так некогда Шопен вложил живое чудо фольварков, парков, рощ, могил в свои этюды. Достигнутого торжества игра и мука наткнутся натянутая тетива тугого лука. О, вот это постоянно. Хочется все время примазаться к какому-нибудь великому. Но... Тут еще одно стихотворение пришло. У нас, собственно, последняя песня сейчас будет. А хотелось бы, чтобы, может быть, кто-то есть кому что сказать. Мы же здесь все друзья. Мы все знакомые. Если кто-то хочет что-то сказать, welcome very much. В интервью вы говорили, что некоторые песни вызывают споры, временные недоразумения. Какие именно песни? Можно ли где-то услышать изначальную версию песен? Вы говорили, что может быть лучше. Вы говорили, что может быть лучше была хитом. Ну да, это Самара вся, по крайней мере, знала эту песню. Мы на всех площадках здесь ее играли. Так все? Все записки? Или еще что-то? Ну погнали. Что может быть лучше? Thank you.
бокалы и на блюдечки вниз. Вячеславу Белину, который участвовал в становлении пианино артиста. Спасибо Сергею Константиновичу Швайкину, который мне помогал и, в общем-то, дал мне дорогу. И мы съездили в Америку, и я там завоевал серебряную медаль. То есть вот спасибо вам всем, спасибо. Это может быть, ну не знаю, сегодня очень удобный случай. Низкий вам поклон, спасибо огромное. Спасибо. Спасибо. Это красавец вообще, он сделал этот концерт. Лариса Журавлева, Ирина Занозина, Галина Добролюбова. Спасибо вам.